Citrus. Гаджеты та аксесуары. Всем привет, это Гаджетариум, и с вами я, Руслан Самоваров. Сегодня я расскажу вам про гаджет, благодаря которому вы сможете сделать то, что сложнее всего – познать себя. Речь пойдет о браслете Jawbone Up 2.0. В отличие от узконаправленных датчиков, Jawbone позволяет отслеживать не только тренировки, а и следить за физическим состоянием в течение всего дня, даже во время сна. Ну, обо всем по порядку. Браслет сделан из гипоаллергенного материала, напоминающий по фактуре Soft Touch, так называемый бархатистый пластик. Внутри скрывается маленький компьютер, датчик движения, система виброуведомлений и двойные светодиоды для индикации режимов. Браслет работает со своим одноименным приложением на iOS и Android. После регистрации мы указываем свои биометрические показатели, одеваем его на руку и стартуем. Начиная с этого момента, каждый наш шаг будет отслеживать Jawbone. Для передачи данных с браслета на телефон требуется подсоединить его к смартфону и запустить приложение. Для оптимальной работы синхронизировать рекомендуется 2 раза в сутки. Разработчики не зря отказались от использования Bluetooth или другого стандарта беспроводной связи. Браслет способен держать аккумулятор до 10 дней, а время полной зарядки всего 80 минут. Приложение считает количество проделанных шагов и подсчитывает сожженные калории. Если вы занимаетесь каким-либо спортом, вы указываете активность в приложении. Если это бег или велоспорт, рекомендую вам приложение RunKeeper. Оно бесплатно доступно для загрузки в Google Play и App Store и полностью синхронизируется с приложением Jawbone, позволяя фиксировать траектории движения, время тренировки и другую полезную информацию. Данные о еде вы можете заносить в соответствующее меню. Выбор блюд есть из предложенных вариантов, которые добавляли другие пользователи Jawbone. Есть ручной выбор с указанием калорийности. Если еда или напиток куплена в супермаркете, можно добавить ее с помощью штрих-кода. Почти все, что я пробовал, добавлялось. Но это еще не все. Помимо активности, не стоит забывать об отдыхе. Браслет Jawbone можно настроить таким образом, чтобы при малой активности, допустим, сидящей работе, он с определенным интервалом давал вам вибросигнал, сигнализирующий о том, что пора встать и размяться. Когда ложимся спать, переводим браслет в режим сна с помощью нажатия на кнопку. Предварительно в приложении мы указываем временной интервал, в котором мы хотим проснуться с утра. Браслет, исходя из наших движений во сне, определит, в какой фазе сна мы находимся и разбудит нас во время так называемого легкого сна, во время которого нам легче всего проснуться. Как говорят, хочешь, чтобы песня разонравилась, поставь ее на будильник. Тут все по-другому. Для пробуждения браслет начинает вибрировать, тем самым будя вас и не нарушая спокойствия окружающих. Да и любимая музыка остается любимой на более длительный срок. Вторая интересная функция для отдыха – это так называемый восстановительный сон. Скажу честно, спать днем я не любитель. Все потому, что просыпаюсь я как вареная картошка. Это происходит из-за того, что ставя будильник на час, мы успеваем зайти в этот так называемый глубокий сон. Jawbone, ориентируясь на приблизительном времени восстановительного сна, может разбудить нас именно в фазе легкого сна, за счет чего можно неплохо отдохнуть даже за час. Не стоит забывать о социальной сети Jawbone. Вы можете добавить своих друзей в свою ленту и видеть их активность, питание и еду, и устраивать соревнования по показателям прямо в приложении. Посмотреть поближе и приобрести браслет Jawbone можно в сети магазинов Citrus, а также на сайте Citrus.ua. Это был Гаджетариум, с вами был я, Руслан Самоваров. Подписывайтесь на мои страницы в Facebook и Instagram, чтобы всегда быть в курсе новинок гаджетов. Хорошего дня и яркого настроения. Пока! To come from your private.